Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. В Туве появятся две новые особо охраняемые природные территории. В рамках реализации мероприятий «Года экологии» в России планируется к имеющимся особо охраняемым территориям республики добавить в ближайшие два года природный парк Шанчи и государственный природный заказник Бура. Создание новых и расширение существующих особо охраняемых территорий регионального значения позволит увеличить их общую площадь, сохранить ключевые природные комплексы краснокнижных животных и растений, также будет способствовать развитию туристической и просветительской деятельности. В Туве на данный момент 14 государственных природных заказников, 15 памятников природы и один природный парк Тыва с тремя кластерными участками Тайга, Шуй и Ушпельдир. На сегодняшний день подготовлены материалы комплексного экологического обследования и материалы научных исследований по двум потенциальным объектам Шанчи и государственного природного заказника Бура. В 2018 году материалы будут направлены в Минприроды России для согласования. В селе Итал Улухемского района идет строительство школы на 176 мест со спортивным залом и пришкольным интернатом на 50 мест. На сегодняшний день в школе завершены строительно-монтажные работы и коробки здания, закрыт тепловой контур здания, установлены витражи, выполняется устройство кровли спортзала, продолжается устройство кровельной, металлочерепицы и с конца октября запущена система отопления во всех блоках. Также продолжаются внутренние отделочные работы и уже наполовину выполнена облицовка фасада. Кроме того, в здании интерната завершены земляные работы под котлован здания, устройство фундаментов, горизонтальная и вертикальная гидроизоляция, утепление термитом фундамента, монтаж плит перекрытий, покрытия. Также завершена кирпичная кладка, выполнена внутренняя система отопления и канализации. Во всем здании установлены оконные блоки. Наряду с завершенными работами продолжаются внутренние черновые отделочные работы. Помимо работ в здании школы интерната, ведутся работы по накладке линий электропередач. Также завершены прокладка теплотрассы, монтаж сетей водопровода внутри площадки. Полиция Кызыла открыла двери для учащихся кадетского корпуса и школы-интерната столицы. В минувшие дни по инициативе инспекторов по делам несовершеннолетних столичной полиции для воспитанников подшефных учреждений состоялась познавательная экскурсия по управлению МВД Кызыла. В гости к полицейским приехали 15 учащихся школы-интерната и столько же кадетов Тувинского кадетского корпуса. Для выбора профессий сотрудников полиции это престижно. Честь и закон. Для вас, особенно мальчиков, защищает наше население, граждан, а также их имущество. Экскурсия для юных посетителей началась с дежурной части, где гости узнали о работе сотрудников оперативного подразделения. Полицейские показали ребятам, как принимаются и регистрируются звонки от граждан, а также продемонстрировали работу камер наружного наблюдения в городе. Огромный интерес у детей и подростков вызвал дактилоскопический оптический сканер, с помощью которого полицейские в считанные секунды могут установить личность гражданина по отпечаткам пальцев и ладоней рук. Он предназначен, чтобы через пальцы узнавать человека, например, те, кто отслужил в армии. Заключительным этапом встречи стало посещение музея Министерства внутренних дел Тувы. Минстрой Тувы налаживает обратную связь с населением. Около 30 человек побывали на приеме граждан в Министерстве строительства и ЖКХ Республики на этой неделе, организованном по поручению нового министра строительства ЖКХ Евгения Овсянникова. Большую часть посетителей волновал вопрос переселения. С тех пор, как реализация адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья в республике сдвинулась с мертвой точки, многие живут ожиданием момента, когда они обретут новую крышу над головой. Некоторые интересовались, зависит ли площадь выделяемого жилья от числа прописанных. Следует отметить, по программе переселения из аварийного жилья участники программы получают равнозначную площадь, ровно столько квадратных метров, сколько занимали прежде. Тем, кто нуждается в расширении жилплощади, следует обращаться в муниципалитеты. В Кызыле это жилищный отдел мэрии. На сегодня программа переселения в республике выполнена на более 21%. Освобождено более 15 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Только в этом году по программе переселения сданы 4 многоквартирных дома. В новостройках на улицах Дружбы и Упсунурская квартиры получили 130 семей. Сейчас в Кызыле строится еще 22 дома. В планах до 31 декабря текущего года сдать в эксплуатацию 8 многоквартирных домов по улицам Дружбы, Упсунурская, Московская и Ангарский бульвар общей площадью более 12 тысяч квадратных метров. Ключи от новых квартир получат 311 семей.
Президент России Владимир Путин предложил государственные субсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми. Глава государства предложил запустить программу субсидирования ипотечных кредитов для россиян, в семьях которых до 2022 года появится второй или третий ребенок, передает Интерфакс. Такое заявление он сделал во время заседания Координационного совета по реализации национальной стратегии в интересах детей на 2012-2017 годы. По словам президента России, возможностями специальной программы ипотечного кредитования смогут воспользоваться семьи, в которых с 1 января 2018 года родится второй или третий ребенок. Программа будет носить срочный характер. Семьи с двумя детьми смогут рассчитывать на поддержку государства в течение 3 лет, семьи с тремя детьми в течение 5 лет. Предлагаю уже с января наступающего 2018 года начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей. Первое. Установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им 1,5 лет. Сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте федерации. В среднем она составит в 2018 году, в среднем, конечно, это зависит от региона к региону, 10 523 рубля. В 2019 году 10 836 рублей, в 2020 году 11 143 рубля. При этом выплата будет адресной. При ее назначении будут учитываться доходы семьи, и выплату получат только те семьи, в которых доход на человека окажется не более чем в 1,5 раза выше величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в том или ином регионе за второй квартал предыдущего года. И о курсах валют. Доллар стоит 58 рублей 41 копейка, евро 69 рублей 49 копеек. Муниципальный жилищный фонд города Абакана представляет жилой комплекс «Арбан-Сити» в новом районе Арбан. Школа, детские сады в шаговой доступности, большая парковая зона, торговые центры, многоуровневые парковки. И, конечно же, квартиры класса «Комфорт» в кирпичных пятиэтажных домах. Объявляется начало приема заявлений на бронирование готовых квартир «Комфорт-класса» в новом жилом комплексе «Арбан-Сити». Санкт-Петербургский оптовый склад номер 11 представляет. Ликвидация склада обуви. Более 100 моделей для мужчин и женщин. Скидки до 70%. Только один день, 2 декабря, в Центре русской культуры. Кочетова, 135. В Кызыле в сгоревшем автомобиле нашли тело 65-летнего мужчины. Сообщение о пожаре грузового авто марки МАЗ, припаркованное на открытой территории по улице Калинина города Кызыла, поступило дежурному центрального пункта пожарной связи 28 ноября ночью. На момент прибытия пожарных открытым пламенем горела кабина грузового автомобиля. Во время ликвидации возгорания внутри транспортного средства было обнаружено тело мужчины 52 года рождения. По данному пожару отрабатываются 3 возможные причины пожара. Это аварийный режим работы электропроводки транспортного средства, нарушение правил пожарной безопасности при приготовлении пищи в кабине автомобиля и неосторожное обращение с огнем при курении. С 30 ноября по 2 декабря в Туве пройдет школа молодого ученого. Школа проводится для обучения молодых ученых, учителей, врачей и специалистов основам проектной и научно-исследовательской деятельности, усиления их вклада в социально-экономическое развитие республики и поиска эффективных путей интеграции республиканских органов управления с наукой, внедрения лучших научных идей в промышленное производство, сельское хозяйство, сферу культуры и общественных инициатив. Организаторами мероприятия выступает региональное отделение Российского союза молодых ученых в Туве и Министерства образования и науки Республики. Отмечается, что такой формат мероприятия в виде цикла интенсивных обучающих занятий, тренингов и мастер-классов оказался востребованным. В первой школе приняло участие почти 60 молодых сотрудников. Половина из них поступила в аспирантуру, 3 человека защитились, 4 подготовили диссертации и защитятся в ближайшее время. Есть выигравшие грант председателя правительства Тувы.
Для участия в общероссийской новогодней елке сформирован список из 16 учащихся, согласно выделенной квоте республики, сообщается на сайте Министерства образования и науки Тувы. По рекомендациям организаторов, предпочтение отдано отличникам учебы, победителям конкурсов и олимпиад, детям из социально незащищенных семей, детям, родители которых погибли в горячих точках, с учетом равномерного распределения отбора детей в разрезе районов и городов Тувы. Конкурс по отбору учащихся был проведен в два этапа – отборочной муниципальной комиссии и заключительной Министерством образования и науки республики. Из муниципальных органов управления образованием Тувы были представлены 15 портфолио кандидатов с протокольными решениями обучающихся 12 районов и республиканской школы-интерната «Тувинский кадетский корпус». Рассмотрев все портфолио кандидатов, школьников и изучив анализ состава делегаций в разрезе муниципальных образований за предыдущие годы, включены четверо детей, отличники учебы, победители и призеры всероссийских и республиканских конкурсов и олимпиад. Общероссийская новогодняя елка состоится 26 декабря в Кремлевском дворце. Пожалуй, самая низкая цена на шубы. Пришла зима, а это значит, пора позаботиться о тепле и комфорте на долгие месяцы. Во все времена и по сей день лучшей защитой от холодов и непогоды, а также роскошным украшением, символом статуса и хорошего вкуса является шуба из натурального меха. Компания «Белка» рада предложить тувинским модницам и модникам новую коллекцию изделий российского производства. Шубы из мутона, бобра, каракуля, французского селекционного кролика, а также обновленные изделия из норки, овчины и лисицы. Точное отражение тренда. Компания «Белка» радует своих покупателей высочайшим качеством изделий из меха и кожи, приятными и понятными ценами, а также возможностью приобрести любую понравившуюся модель в честную рассрочку на срок 6, 12 и 24 месяца, без первоначального взноса и переплаты. На выставке меховой компании «Белка» представлено более 1000 классических и современных моделей женских шуб, а также мужские куртки из натуральной кожи, дубленки, головные уборы и восхитительные варежки тонкой работы. Компания предусмотрела полный модельный и размерный ряд от 40 до 62 на любую фигуру. Все меховые изделия имеют сертификаты и чипы. Выставка-продажа будет проходить с 29 ноября по 10 декабря в спорткомплексе имени Ивана Ярыгина. Город Кызыл по адресу улица Интернациональная, дом 3, с 10 до 19 часов. В ближайшие сутки по республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. В Кызыле облачно с прояснениями, без осадков. Ночью -20, -22 градуса, днем -12, -14. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране и Радане погода облачная, без осадков. Температура воздуха утром -19 градусов, днем -10. На Полке пасмурно, без осадков. Температура воздуха утром -14 градусов, днем -11. В Танзыбее пасмурно, без осадков. Температура утром -16 градусов, днем -11.